Сегодня в селе Сизьма Шекснинского района состоялся торжественный запуск в работу нового газопровода. Голубое топливо появилось сразу в 4 населенных пунктах. Символический факел вместе с газовиками зажег губернатор, рассказывает Екатерина Кузнецова. Сегодняшний день у жителей села Сизьма останется в памяти надолго. Они присутствуют на торжественной церемонии пуска природного газа. Зажигаем! Газопровод проведен через 4 населенных пункта. Помимо Сизьмы, это села Чаромское и Чуромское, а также деревня Княже. Голубое топливо получили более 500 домовладений. Для этих целей проложено более 25 километров межпоселковых и распределительных газопроводов. Я хотел поблагодарить руководство «Газпрома», руководство «Газпром Межрегион ГАЗ», «Газпром Распределение» за помощь и поддержку, оказанную в строительстве газопроводов к нашим деревням и селам. «Газпром» – национальное достояние, и мы рады, что он пришел на нашу вологодскую землю. Местная жительница Галина Кузнецова с гордостью зажигает газовую конфорку. Раньше, чтобы натопить печь, за машину дров ей приходилось отдавать по 15 тысяч рублей. Теперь-то мы живем благодать. Я утром вставала, у меня было 10-12 градусов. Теперь встаю 24. Спасибо, огромное спасибо. За год в Сизьме построено 2 километра распределительных сетей, готовы к подключению 20 жилых домов и трапезная храма святителя Николая. Газификация Сизьмы – часть большой программы газификации регионов России акционерного общества «Газпром». За этот год проложено, построено 49 километров газопроводов по Вологодской области, газифицировано 6500 домов и квартир, и еще можно назвать ряд цифр. Это вот мы подали газ в 7 населенных пунктов. Вновь получили газ в 7 населенных пунктов Вологодской области. Общий объем инвестиций открытого акционерного общества «Газпром» в газификацию Вологодской области за период с 2005 по 2013 годы превысил 1,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день в Вологодской области природным газом обеспечены жители большинства районов. Погода, видите, какая у нас в России. Поэтому пуск газа – это важное мероприятие в селах и городах, особенно на севере. «Газпрома» задача довести до села, а дальше уже за счет местных средств ведется строительство распределительных сетей, подключение домов, ну и необходимо платить за газ. Планы по газификации на 2014 год не менее грандиозны. «Газпром» определил инвестиции в Вологодскую область в размере 308 миллионов рублей. Екатерина Кузнецова, Сергей Турчанин, «Вести», Вологодская область.